Доброго времени суток, друзья, с вами команда Зяблика, а точнее Крис, Каракуля и Лутос. И с нами вместе играет Каракатица и Рути. И нас будет тут очень-очень много. Поздоровайтесь, ребят. Всем привет. Ай. Всем привет. Всем привет. Здрасте. Здрасте, мордасти. Посмотрите, как нас много. И мы это новое выживание. Совершенно новое. Да, давайте уже начнем. Да-да-да. А давайте по дефолту, вот как мы сейчас распределились, как вот я вам говорил, да? Сейчас нарубить мы... дров, вот тут показывают, какие мы достижения. А, да, такие все нарубают дров. Давайте кто-то в шахту. Еще сразу же скажу, тут есть трикопитейтер. Во славу, ах, во славу рубителям деревьев. Тут есть трикопитейтер. Ну только он такой, это, знаешь, там долго надо рубить. Ну да, 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 тут такой себе трикопитейтер. Ну, я думаю, не, ну, это все. Прикольный, наоборот. Это не такой читерский, реально, согласись, да? А то тут слишком читерский. Еда. Еды нет, а еду мы будем восстанавливать сделали тем, что мы будем умирать. Так будет намного сподручнее. Так, ну вот сейчас как раз шахта, Крису с Каракатицей. Идите вниз, пожалуйста. Я добываю дерево. Да-да-да, мы добиваем дерево втроем. Именно втроем добываем дерево. Что там такое? А, это Galactic Crafter. Я думал, это уже все. Что за бред, я топором рублю дерево медленнее, чем. А можете кто-нибудь нам сделать, пожалуйста, еще деревянные топоры? Ой, каменные. Я сделал деревянные. Сейчас сделаем. Спасибо. Деревянный топор. Сразу же нарубайте дерево, смотрите, срубайте дерево и не садите, забейте на сажание. Я думаю, вот очистим, знаете, гигантскую поляну. А, я понял, почему. Не, давайте вот здесь, тут же всего один блок воды, давайте тут. Я теперь понял, ну да, на воде будем строить дом. Пенёк, да, Максим? Что такое? Лотос, где? Я тут. Когда рубишь дерево, нужно рубить второй блок, чтобы, типа, как пенёк оставался. А, нет, снизу, снизу руби. Он долго рубит. Ты прям, да ты смотри, прям под низ вот так руби, вот, смотри, вот. Да у меня первый блок он что-то так ломает, а потом только второй. А, это деревья забаганы, это не парься. Это вот этот уровень, на котором ты сейчас рубил, весь забагался. Дима, ты взял топор? Бывает такое. Я, да, я взял. Но сейчас сначала сломаю деревянный топор. Ну сейчас овца прям под топор. Да-да-да. Мы сразу же извиняемся, могут быть небольшие подлагивания, но я не думаю, что они будут нам мешать, если честно, потому что это ж так офигенно. Я сейчас немножечко расскажу, что по модам тут как бы, да, это вот все моды, в которые мы ни разу не играли, так что мы сейчас будем такими, знаете, нубами прям вот. Я даже нашел место, где можно домик построить. Я нашел какой-то баннер. Баннер? Ну как в этом, в террарии, знаешь. А, да-да, ну, смогу впадать. Тогда поставим дом, почему нет. Сейчас главное пока... Вот сейчас вот день. Я на курицу какую-то напал. Может мне кто-нибудь помочь? Я сзади, сзади. Достижение вот у какого? Давай, бей его. Ой, кого? По 4 дамага, топора нормально. Ну это норм. Это не... Да, блин, это... что происходит? Знаешь, совсем, как раньше думали, типа, вот бы стереть себе память и снова играть в Майнкрафт. Что мы уже все знали раньше. Да, тут... А те моменты, тут, прикиньте, сейчас, что у нас тут стоит. Я вот самое главное скажу, что мы будем именно прям изучать жестко. Это... Как, так, кому там каменные топоры? Galactic Craft и Nevermind. Это ж так офигенно. Просто жесть. А, тут еще, кстати, нажмите на С, поставьте однерочку. Нажмите на С, поставьте однерочку. Я возле верстака поставлю. Секундочку. Каждому? Ну, чтобы знать, где вот это место находится. Просто развиваем тут. И кто-нибудь, Каракуля, займись фермой, пожалуйста. Че? Где-нибудь тут на побережье просто так мотыгой повспахивай. Я нашел этот там топливо. И еще. Давайте вот тут дом построим, вот, где песочек. Кому топор? Мы уже нашли. Не, я бегу, я бегу. Мы уже нашли место для дома. Дайте мы определились, что дом будем строить вот на этой вот воде. Видишь, тут вода в один блок, и мы сделаем такие, Крис, знаешь, бунгало, во, вот так, да-да, это называется. Какие бунгальчики. Я нашел место. Второй еще. Строить зачем-то. На всякий случай. А, я тогда начинаю сразу я же. Понял. Я тогда поставлю эти, как они называются? А, тверстачки. Ой, нет, сундучки, вот, я уже даже знаю. Что такое? У меня есть топор. Сейчас. Нет, мне как бы выкинуть все, что. Ну выкинуть просто. Что ты делаешь? Где дом будет? Да ну, крафтинг. Что ты делаешь? Что это? А так ты чё, читмо? Чё он читерил? Смотри, чё он начитерил. Ты, короче, смотри. Я гигантскую птицу нашел! 500 хп! Не подходите как к ней. Где ты ее увидел? Нет, подожди, на Е, теперь в правом нижнем углу опции, и потом инвентарь, режим рецепта включи. Режим. Вон там птица гигантская. Вон, вот куда я сейчас смотрю, вон там. Видишь ее ноги? Ты видишь эти ноги? Как режим поставить? Да, 500 хп. Кинг, переключи. Все.
Ты чё на неё нагрел? Не лезь. Он не нагрел. Мы её она не убьём. Она вроде как безопасная. Нет? Ты думаешь? Все хорошо. Нет, она не безопасна. Она на меня не летела сразу. Она не безопасна. Она вообще жесткая какая-то. Это ж как те птички. Я не знаю, что так вот. Так я тут все ферму забахнул. Да, извиняемся за читерство. Я сейчас выкину эти верстаки. Чё ты там ещё считерил? Я считерил два дерева и, ну, именно березки и один овак. А, две березки ты считерил? Да, и там сколько? Ну все, я выкинул всякую фигню. Которую ты считерил. И простите, я, пожалуйста, меня. Вас прошу, березку не тратить. Давайте из березы пол делать. Как вам такая идея? Хорошо, тут это. Я нашел короля, у которого 500. Я вот. Не сюда, надо его тут, трогать. Я вот тут пожалуйста. Возле верстака ставлю эти сундуки, вот сюда складывайте весь лут. Распределять позже будем. Так, звуки надо немножко погромче, мне кажется, сделать. Так, я тихие. Сейчас проверю. Выключу. Все, выключу чуть режим. Поставьте печку. 25. Печку, а у нас нет. Эти. Ты же копаешь, ты же шахтер. Я понесу. Где у нас дом будет? Покажите. Дом сейчас каракуля размечает. Ну как размечает? В смысле это ферму. Я ферму. Стой, ферму-то не так бы сделал. Стой. Ферму-то не так бы сделал. Я нефть нашел. Прости, а у я нас еды нет. Ты бы ферму, кстати, не так сделал, если честно. Да нормально. Ты бы просто бы я вскопал. Я сундуки буду вот такими темпами. В смысле так, чик-чик-чик. Ну я тебе просто бы говорил, вот тут бы в 4 блока вскопал и все. 4 блока мало, я хочу большую ферму. Ну ты просто как-то воду слишком близко разлил. Там же от воды может в 4 блока отводиться, ты что забыл? Ну вот они бы, знаешь, такими, как где-то такие фермы есть. Маленькая. И потом чик-чик-чик-чик. А, ну так мы и так на воде живем. Я тебе ну, о том, вот. Что смотри, вот, например, вот один блок воды, он же идет на 4 вот этих вот блока. Ну. Он действует. Ну как бы просто не обязательно. Не обязательно так раны. Ой, раны. У нас как бы там. Ой. Чаще. Ладно, все. Извиняемся сразу же, что мы не особо умеем играть в гигантской компании и постоянно разговариваем. Чувак, у нас, сейчас скажу, у нас целый океан рядом, что нам. Ой. Тут рост показывается, когда наводишь. Да, 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 это так удобно. Я вот это. Нефть, ё-моё. Бедолага. Я тогда пока побегаю с топорами по ситуации, буду рубить дерево и коров искать. Да-да-да. Рубить дерево и коров. А еще овечек, если находите коров. Овечек, то не убивайте их, лучше делать этот. А они вот, как они он там называется? Железо есть, можно кровать? Да-да-да. А вообще я предлагаю должен делать смотреть. Не кровати, а спальные мешки, потому что они дешевле. Как их сделать? Там, смотри, получается 3 полублока вот этих вот, и одна эта. Ну, 3 полублока шерсти и 1 большая шерсть. То есть это на одну дешевле как получается. Как 3 полублока делать? Интересно. Ну, там такой... А почему залагало сейчас? Да, ну, у меня тоже что-то прилагивание. Что-то пролаг блоки какой-то не, был сильный. Блоки не упадают. Да-да-да, какой-то пролаг. Лол. И мы продолжаем. Вроде бы как проблема решена, но может быть... У меня 3 полоски голода осталось. А тогда выкладывай все свои вещи и просто умирай. Меня только что убил какой-то призрак. Да-да-да, тут да. Есть. О май гад. Это же Nevermind. Помогите мне. Темень. Начинается. Факелашки. Опа. Нужны факелашки. Есть. Наводишь на сундук, печки. Он показывает, что внутри. Просто даже наводя на него. У меня есть идея печки переплавить есть. Вот это вот. Я сейчас 52 дерева переплавлю. Нужно желе. Печки есть, это уголь. Ну, уголь-уголь, это же обычный уголь. Конечно, понимаешь, что нам он не особо королем нужен. Пойду-ка с королем поздороваюсь. А, ты хочешь короля бахнуть? Он безобидный, это а, раз. Он безобидный? Да. Смотри, я его толкаю к нам. А, ну видишь? Тогда не надо лучше толкать, а кто-нибудь его ударит еще. Мало ли. Он сам побежал. Ты чё меня бьёшь-то? А-ха-ха-ха-ха. Теперь меня начал бить, блядь. Он, походу, надо был загнан, потому что, наверное... Мне надо перезайти, у меня кое-что... Кое-что случилось. Куда вылетел? Этот... Он сказал, что ему надо. Ребят, я овечек нашел. Скажи, этот король... Король держал чарч на серого целую... Я дерево нашел! Дерево? Дерево нашел! Он злится, что мы рубили его деревья. А, ты про тренд? Да-да-да. Ладно, я сейчас умираю. Я умер. Ты его убил? Нет, я умер. Ой, ё-моё. Так, тут под водой никого нету, надеюсь. Под водой? Летучая мышь, да? Это... Там, посмотри, в печке есть это железо? Я пойду овечку убью. Да, два железа я есть. Я пойду это... Ножницы создайте. Сейчас уже темень. Сейчас. Я сделал ножницы и положу сундук. Сейчас я пойду. Бегайте тоже, овечку. Освещайте везде место. Быстрее. Чем мы быстрее осветим, тем лучше будет. Нет, этот король напрягает, блин, а? Это... Дайте нашу первую миссию убрать его. Да-да-да, он вообще... А, слушай, так это же если король, то значит он типа как мини-босс, значит с него что-то должно быть вкусное, да? Да, я так думаю. Пойдем суицидиться в него. Ну, суицид.
Сейчас я выкину все вещи и умру. Умереть? Обо что умереть? А, можно же в воде задохнуться. Здесь маленькие вот эти... Может, того же короля умереть. Видите, эти птихи? Птихи? Оп. Все, я сейчас в воде просто задохнусь, и все. А, Крис, что там по ресурсам покопал? Мило. Ну, вообще, жопу. Ну, я тут больше войны. Синяя, я вижу. Ресурсы. Сери, побеги немножко. Я сейчас... Я тут... Сери, я попросил побегать немножко. Я побегал. Что это такое? Чё там? Ну просто выйди и посмотри. Сейчас. Какая-то синяя фигня и красная фигня. Я флаг выбил. Energy баннер. Просто выйдите, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Да, я иду. Меча нет. Видишь, красная и ещё и синяя. Топор. Не трогай мою ферму. Да зомби! Она быстрая. Нет, зачем ты синюю? А, нет, ну ты в меня его сейчас. А, слушай, вот этот вот... этот Си-Чарджер, он же похож как в Кубы Ворлде такой же, помнишь? Есть такой. Пустынный бегун, помнишь вот этого бегуна? А, это как в Кубы Ворлде. О, монеты. О, монетки. Которые, кстати, это... Они, помнишь, торговцы есть? Да-да-да. Которых можно обменивать. Диман, как это как спальный мешок? У меня есть 9 шестов. Посмотрите, какие мусы. Сейчас, давай я скрафчу. Какие-то типа... Только я еще не уверен, спальный мешок... Я на дерево поставил пока баннер, может быть, он поможет. Спальный мешок, он... Вы смотрите, кого я еще нашел. Кого? Ты что там? Посмотри, что у него. Зомби бежит! Еще бежит! Они атакуют везде! Что? Наложи на меня... А, это бегаем? Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста. На меня та же фигня, с Круби напал. С другой стороны только. Ой, жесть-то какая. Тут еще один скрубит. Они чуваки. огнем бьют. Огонь. Да? Может мечи уже сделаем? Я бы с удовольствием. Надо уже мечи сделать. На меня какой-то эффект наложили, у меня много кружочков по экранчику. О, это умирай, я не знаю, как его снимать. Умирать? Да-да-да, лучше умирай. Только умирай, пожалуйста. Пожалуйста, не умирай. Нет, пожалуйста, что такое? Что такое там стоят? Кто? Смотри, вон там, вот на острове. Что за мундаст? Вот давай не будем к ним лезть, пускай они там стоят. Умная пыль. Они не исчезли, эти кружки не исчезли. А, действительно? Попробуй перезайти. Это какая-то смерть? Да-да-да, там смерть стоит, прикиньте. Ну, еще нет? Смерти! Они за нами пришли. Они загрелись на тебя, слава богу. А чё они же шипят-то? Иди отсюда. Нет, при перезаходе даже не исчезают. Ну это значит какая-то... Сейчас я сделаю меч, окей? Они не вот отталкиваются еще. Все нормально. Ебать. Давайте, смертей убиваем. О, клоун с пушкой. Да-да-да, там клоуны есть. Они еще. Где? Давайте мне смертей. У меня появился давай, меч. Давай его. Что? Ой. Ай, Максим, тебя птицы бьют. Я под землей. А что там с шерстью? С шерстью что? Я тебе шерсть выложил. Окей. Где мой меч? Я крафчу спальные мешки, да? Я его пока взял. Ну окей. Так, пусть это все прогрузится. А на спальных мешках это точка спауна есть? Вот не знаю насчет этого. Но у нас есть 3 спальных мешка, давайте попробуем поспать. Я тут, знаете что? Я знаете что понял? Че? Спальные мешки, походу, они только в бэкпэк вставляются. Ну да. Есть другой спальный мешок, он по-другому крафтится. Они не так работают. Можете меня тэпнуть, пожалуйста, и поставить спаунпоинт где-то в другом месте, потому как не можем. Меня мобы спонтилят. Дерево, пожалуйста. Максим, какой у тебя ручи? Да. Капец. Дерево. Ай! Я просто забей. Смерть! Я не могу никуда просто деться. Нет, тпшимся тогда на это. На Криса тпшимся. Или ты тоже там отъехал? Я Максима. Ай, что это за обезьяны? Что вообще, ребят, какая-то жесть. Ночью тут очень много всего. Какая-то жесть происходит. Я вообще не знаю, давайте эту серию назовем серия номер 0. Знаешь? Это потому что жесть. Я не знаю. Да ну все это круто. Ну нам нужно домик и спать. Я еще извиняюсь, я просто сейчас с братом сижу, и мне вообще как-то все плохо. Я в принципе. В общем-то, я нашел 2 пчелочки. В общем, это будет серия 0. Знаешь, такая. Помогите, пожалуйста, мне циклоп заметил. Где? Идем помогать. Ребят, давайте спать. У меня есть шерсть. А у тебя сколько? 9-6. Давай, попробуем. Просто делай обычные кровати. Максим! Циклоп бей. Ой. Бей их! Давай! Отлично! Циклоп. Теперь плющим. Просто. У меня 1 хп осталось. У меня тоже. Давай спать. Ставь кровать. Так, есть еще овцы, там.
Ставь. Два зомби идут. Они как-то на свет, что ли, идут? Да-да-да, они как-то... А, это же новая версия. Тут они как бы это... Не в ферму их толкай! Нельзя на ферму. Ай! Мне самого толкнули. Давайте, ставь! Я кровати поставил, лотос. Спи, спи, спи. Так тут это только три штуки, а, надо там... пять. Нет, там если трое вроде лягут, или тут... Ну лягте. 20% спит. Подожди, я что ж сплю? Один из пяти, два из пяти. Давай, ну... давайте еще один долг. Почему вы стоите? А чё я-то? Я ж тоже сплю, блин. Но кровать не считает то, что я сплю. Попробуй еще раз. Попробуй ты лечь. Попробуйте не ложиться рядом. Вот, ну-ка, теперь ложитесь. Почему только 20%-то? Вы в курсе то, что вы стоите на кровати? Просто стоите. Да-да-да, это... А, ждите, все, ждите, все! Мы поспали. Офигеть. Ну хотя бы теперь можем ночь пропустить. Это и то радует. Бульная ночь. Норм. Давайте дом быстрее писать. Да-да-да, ну давайте начнем зачатки дома делать. Го на воде, го на воде. Да-да-да. Вон там уже песочный остров где-то там. Небо. Песочный каменный топор. Вообще я бы что сейчас. У кого-то есть каменный топор? Так, главное сейчас. Сейчас не. Блин. Я пытаюсь умереть, но не могу умереть. Это так... что не получается именно из этого? Я жить хочу! Так давай я тебя убью. А, так наш ПВП включен, точно. Да-да-да, я забыл. Но я уже сейчас... Иди сюда, я под водой, я уже сейчас это, умру. Зарешаю. Крокодил. Утонул. Я специально... Ой, я сейчас тоже утону, всё. А мы зато теперь... Два суицидника. Так, нужны еще три кроватки, чтобы мы тут все спавнились. И спали сразу же. Почему? Три. Две же. А, да, две. Что-то я обсчитался. Так есть опция, вон, только там возле них циклопы. Дима, сзади. Что такое? У меня только кирка. Лотос. Циклоп. Где ты, Максим? Давай, я к тебе. С топором каменным. Ой, да, каменным. Мы его убили, не сам. Ты его сам легко сбил, убил. Выходить в лес опасно, по-моему. Надо его... Я вот и говорю, нужно осветить и все деревья вырубить. Чтоб их там не было. Я тонуть. А, нет, Дима. Что? Который Дмитрий Лотос, убейте меня, пожалуйста. Что, у меня кирка только есть. Ты же попросил убить. Блин, у меня тут какой-то Дарт Вейдер дышит. Может это в скайпе? Кто скрафтил кожаные ботинки? Не серый. Кто? Чё, серый? Мне почему-то возникает всегда чувство, что это ты косячишь. Откуда у нас кожаные ботинки? Может выбили? Возможно. Может быть. Да серый, ты чё сделал? Серый, это ты. Да, серый ничего не делал. Серьезно, это серый. В шахте просидел. Че ты все время на серого гонишь? Ну поверь мне, я его знаю больше, чем ты. А вдруг это ты? Да. О, Денис, ну всё ясно. Вот это наезд. Всё ясно, понятно, конечно, да. Стрелочники, у меня еще раз стекло бьет, да что ж я тебе сделал? Скелет, наконец. И всё, что ты этот, знаете, кентавр, тут есть кентавр, вы в курсе? Кент? Кентавр скелет, который 100 хп, он забаг... Нет. Да-да-да, он не кентавр, бегает, он просто... корова. Он забагался, ее просто... Он еще бегает просто. Да, он бегает. Да-да-да, корова скелет. Бывал. Нам устал масса кирка. В ответку бить начал, да? Нет, циклоп сзади подошел. Тут всякие руды какие-то, которые не добываются ни железом, ничем. Значит, нужны эти круче. Это лимонитовая руда. Ой, из лимонитовой штуки мы столько всего сможем сделать для Nevermind. Мы на песке будем дом делать, верно? Или где? Да, но пока что возьми лопату и помогай тут расчищать. Этой лимонитовой штуки вокруг меня знаешь сколько? Лотос, так можно вон сделать, там как раз под горой мы, ну, после горы будем такой маленький. Да, сейчас увидишь. Можно сделать несколько домов. Да-да-да, мы тут кучу всего сможем сделать. Я слышу, как кто-то рычит, но я не могу перестать рубить дерево. Еще нефть. Вот, блин. Я тогда пойду, я тогда камешек один. Мне кажется, новое надо шипение планет. Появилось в скайпе, или мне показалось. Возможно, не знаю. Я не... нашел... Чекпоинтами отмечаю на карте. Я не нашел неочищенный кремень. Не нашел неочищенный. Вот, давайте, знаете, я что предлагаю? Сейчас мы на этом серии вот это вот закончим. Вот эту вот нулевую, какую-то непонятную, рандомную, какую-то вообще, с таким сумбуром, так сказать, серию. Кстати, да, мы уже 20 минут. И когда мы вот давайте мы вот немножечко обустроимся, то есть хотя бы какую-нибудь лачушку такую, когда сделаем, когда вот немножечко Крис, когда уже выйдет из шахты, мы тогда вот продолжим, окей? Давай. А пока что на этом мы и закончим, так что давайте прощаться. Прощаемся. Покакаемся. Всем удачи. Пока. Всем пока. А, ну конечно же, можете подписаться на канал и лайк поставить.
если вы, конечно, захотите. Я в цу испугался.